Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И сегодня, ребята, я хочу рассказать о своей собаке Софи, которой, да, аж 23 дня, почти месяц не было на канале. Я расскажу, как это все было, как все происходило, а также выскажусь по поводу некоторых комментаторов. Я не буду говорить вам, чтобы вы подписывались, ставили лайки или писали комментарии, потому что это ваше дело, и сегодня видео не развлекательного характера. Так вот, Софиша действительно 7 ноября не было на канале. 6 ноября у нее был день рождения, ей исполнилось 6 лет, и 7 ноября она сильно заболела. Мы долго не знали чем, я сразу же обратилась к ветеринару, и я снимала видео о том, что с ней что-то случилось. Я снимала видео о том, как она заболела, показывала какие-то кадры ее состояния, потому что у меня не было того, что я снимала именно на камеру, были только кадры, которые я снимала для ветеринара, чтобы ему отправить. Точно так же и сейчас. У меня нет никаких кадров показать вам ее состояние, но есть очень много кадров с телефона, которые я снимала либо для сторис, чтобы держать вас в курсе, либо для того, чтобы послать, опять же, ветеринарам. Первые 2 недели я снимала сторис, потому что я думала, что действительно вам это нужно. Я выкладывала их в Инстаграм и ВКонтакте, и я безумно благодарна за огромную поддержку, которую оказывали подписчики. Все писали: «Софи, держись, Анечка, не переживай, все будет хорошо, Софиша выздоровеет». Но после первых даже 3 недель я стала видеть часто очень комментарии из серии: «Софи умерла», «София уже умирает, поэтому ты ее не показываешь». И вот к этим людям я хотела бы обратиться. Насколько нужно быть жестоким, злым человеком, чтобы такое писать? Или что с вами не так вообще? Вы привыкли видеть на Ютубе хайповые темы, где показывают люди всякие ужасы из своей жизни или что? Просто я не такой человек, и я как раз не хотела снимать 10 видео подряд о страданиях Софи, о том, как ей плохо, о том, как она себя чувствует, о том, как я делаю ей уколы, как мы лечимся. Это жутко выглядит, это очень тяжело для нее и для меня. И более того, когда вот мы делали, например, по 3 укола в день, 3 укола в день я делала каждый день Софи с утра до вечера, у нее были синие, просто синие ноги от уколов, в гематомах и синяках. Я даже настолько переживала, что я не знала, что это, и тоже снимала для ветеринара, отправляла ему по WhatsApp, чтобы он посмотрел. Но вы стали писать, не все подписчики, конечно же, а вот отдельные именно люди, вот такие вот ужасы, что Софи уже умерла, ты ее не показываешь, София умирает, и ты не хочешь, чтобы мы знали. Неужели вы думаете, что я не оставлю вас в незнании и не расскажу, что с Софи случилось, если случилось действительно ужасное уже? И хотя бы в своих социальных сетях. Неужели вы думаете, что если Софи умрет, я сниму реально видео и буду показывать, как она умирает, и буду плакать вам тут и ждать от вас каких-то эмоций? Я не такой человек. Наверное, я просто долго не буду снимать видео на каналы, а не побегу на следующий день рассказывать вам: вот, посмотрите. Я другая, и мне обидно, что люди писали такие комментарии про Софи. Они тем самым еще и создавали еще больше негатива и энергии. И даже несмотря на то, что я добрый человек, и я очень люблю людей, я отношусь к ним всегда хорошо, я всегда нахожу в людях самое лучшее и объяснение по их поведению, то в данном случае даже я не смогла удержаться, и это действительно заставляло меня злиться и нервничать, потому что за свою собаку я просто не знаю, что бы сделала. Сейчас Софиши здесь с нами нет. Уже 23-й день на каналах ее нет, и это правда. Во-первых, я хотела сказать, что это было очень тяжело. Эти 23 дня были для нас просто ужасными, просто страшными, потому что иногда просто мы не спали вместе ночами, потому что она задыхалась, она не могла дышать. Это было сложно, ребят. Сложно было колоть ей уколы, потому что это очень больно. Она не могла ходить после уколов, просто вот ноги так болели от этих вот иголок, что было тяжело передвигаться. Она не могла дышать, она задыхалась так, что просто она лежит вот и не может дышать. Это кошка там, моя кисявка, что-то нашла какую-то игрушку и издает какие-то звуки. Настолько тяжело, что я даже не хочу об этом говорить и вспоминать. А те люди, которые пишут, что ты не показываешь Софи, потому что она умирает, вы привыкли просто, видимо, к тому, что я должна была 10 дней подряд или все 23 дня снимать ролики о том, что вот, посмотрите, моя собака умирает, плакать, делать ей эти все процедуры, показывать это очень выглядит
не то, что некрасиво или еще как-то, это выглядит тяжело, это тяжело смотреть. И я понимаю, что те мои подписчики, которые реально любят моих животных и меня, никогда бы так не написали. 23 дня. Целыми днями и ночами я заботилась о Софии, умудрялась снимать ролики на свои каналы. Веселые, интересные, полезные. Я не снимала о том, как все ужасно, я не хайповала на этой теме. И мне безумно неприятно неуважение тех людей, кто так писал. Да, действительно, иногда на своих каналах, например, на канале Animagic, я рассказываю какие-то истории из прошлого, не особо позитивные, но они сделаны не для того, чтобы пожаловаться вам и вызвать ваши слезы, а для того, чтобы поддержать вас, чтобы вы видели, что все может закончиться хорошо. Точно так же, когда я снимаю на Magic Family о болезненном состоянии какого-то своего питомца, что бывает крайне редко, я стараюсь уже дождаться окончания и показать итог. Вот смотрите, что было и что стало, и каким образом мы этого добились. Я не буду зарекаться, что я не буду плакать на этом своем канале из-за кого-то из питомцев, но я действительно плакала, когда мы спасли Мишу, и это были слезы счастья. И я хочу, чтобы вы тоже видели что-то доброе. И если вы переживали со мной, то хотя бы от просто информации об этом, а не о длинном ролике, о печали и страданиях. Я хочу, чтобы вы познавали, улыбались и радовались вместе с нами, и были на позитиве. Только позитивная поддержка может чему-то помочь. Вот она, моя страдалица. Да, 23 дня мучительных всяких процедур, уколы, невозможность дышать, неспособность просто вообще даже двигаться. Она все время лежала, бедняга моя. Да, что мы только с тобой за эти 23 дня не пережили, не лежись. Мне передали вот такую игрушку именно в честь Софишиного выздоровления. И все в письмах писали: Софи, держись, Софи, выздоравливай. Хэштеги в Инстаграме, ВКонтакте, везде. Все очень переживали. Те, кто на самом деле нас любит, спасибо вам огромное. А на моем канале Animagic, ребята, сегодня, как вы и просили, очень жизненное видео про моих родителей. Прям сегодня такие темы у роликов. Ух. В общем, ссылочку я оставлю в описании. Потом сходите, когда смотрите это видео, и посмотрите, если вам интересно. Сейчас, когда она в видео, я взяла ее на руки, я прям поняла, что все хорошо, ребят. С наступающим вас Новым годом, хотя еще до Нового года месяц. В общем, подписывайтесь на все наши каналы, на канал питомцев, на мой канал, ссылки в описании. Приходите ко мне ВКонтакте, в Инстаграм, пишите свои истории с хэштегом «Честный Мэджик». И увидимся скоро в новых видео. И Софиша будет с нами!